Сегодня исполнилось 125 лет со дня рождения выдающегося режиссера, основателя Чувашского театра и кинематографа Иоакима Степановича Максимова-Кошкинского. Годы учебы в Казани он работал театральным художником, затем увлекся общественной работой, режиссировал агитационные постановки, активно участвовал в февральской и октябрьской революциях. Много работал в Чувашском драматическом театре, параллельно создал первую чувашскую киностудию. За несколько лет успел снять 6 игровых фильмов. В конце 30-х годов был репрессирован, поэтому кинематографическое наследие дошло до нас частично. Зато все сценарии, написанные им для театра, сохранились, а его пьеса «Константине Иванове» идет до сих пор. Тем более несправедливо, что в честь Максимова-Кошкинского до сих пор не названа ни одна улица, а памятник ему установлен лишь на кладбище. Между прочим, достаточно скромный, учитывая его вклад в развитие чувашской культуры.